Всем здравствуйте! В Шымкенте выпал снег первый раз в этом новом 2024 году. В прошлом году в середине месяца в декабре был снег и были морозы. Большие от минус 19 до минус 24, а сегодня плюс 1. Красота! Я поднялась на самый высокий мост в Шымкенте. Этот мост бездумно кем-то был затеян, долго стоял недостроенный. Его достроили, но он оказался очень неудобным. Громадный, над совершенно небольшим перекрестком. Здесь очень редко работает лифт. Нет облегченной крыши, как это делают в Ташкенте, защищая от дождя, снега и от палящего южного солнца. От жителей этого микрорайона к акимату большая просьба. Пожалуйста, верните пешеходный переход по зебре. Но есть плюс. Мост как смотровая площадка. Поэтому мы можем рассмотреть все сверху. Мы видим третий микрорайон. Небольшой базарчик, а с другой стороны восьмой микрорайон. Спустимся по лестнице и пройдемся по району Янгиш-Ахар. Когда спустилась по мосту, уже заметила, что специальные службы очищают ступеньки от снега, чтобы люди не упали. И вот мы уже на местном базаре. Пройдемся по нему. Достаточно покупателей в этом бутике. И выпечка разнообразная. Отлично. Никогда не была на этом базаре. Интересно, что внутри. Посмотрим. Здесь есть всего понемногу. И овощи, и фрукты, и различные салаты. Но больше всего здесь туалетные бумаги. При входе на этот рынок даже не представляла, какая здесь большая торговая площадь. Но многие бутики закрыты, а может, вообще пустые. Как-то мало уютно из-за этого. Продолжаем двигаться по Тамерлановскому шоссе к торговому центру в Баян-Сулу. Заодно посмотрим реакцию жителей Шымкента на снег. На этой улице сохранились два одноэтажных здания, построенных в начале 50-х годов прошлого столетия. Там раньше продавались различные товары, даже хрусталь и фотопринадлежности. Один вы сейчас видите, а другой будет после места ташкентского плова и тандыр-самсы. Сейчас там интернет-клуб. Вообще Шымкент славится самсой, пловом, шашлыком. Самая вкусная еда и самая недорогая в Казахстане.
Далее идет новая постройка, домашняя кухня, блинчик. А после него торговый центр Баян Сулу. Сейчас фасад его реставрируется. Прогулка заканчивается. Всем пока-пока!